вот так вот получилось усилить. То есть выправили полностью петух, выровняли и затем усилили вот такой вот накладкой, чтобы его больше никогда в жизни не разгибало. Сейчас я все дело покрашу, прочищу резьбу, если будет необходимость. И уже, может быть, по чуть-чуть подровняем или так настроим, смотря как получится. Закончили ремонт велосипеда. Вот так вот все это выглядит в собранном виде. Все подварили. К сожалению, краска только серенькая. Но тут ржаветь не будет, по крайней мере, до того момента, пока клиент, может быть, самостоятельно не подкрасит любимый цвет. Переключатель не оригинальный, с AliExpress очень плохо работает. Если увидите вот такое вот, лучше это не покупать. Оно очень мягкое. То есть я могу его руками просто сейчас согнуть. Это вот у Лехи Пскова, посмотрите на канале, как он эти переклюки гнет одной рукой. Поэтому задний переключатель работает, к сожалению, нечетко. Передний работает более-менее нормально. Тормоза поднастроили, тормоза плавающие, ротор достаточно сильно кривой. Но как-то более-менее удалось это выровнять. В принципе, все это поедет. Конечно, вот эта вот подвеска с этими пластиковыми проставочками, которые быстро изнашиваются, и все печально. Лучше такие велосипеды, конечно, не покупать с подвеской. Если очень хочется, то можно. И если вот будет разрывать у вас дропаут, и вот за 1000 рублей мы вам починим вот с такими вот накладками. И это, мне кажется, очень недорого. Все, велосипед поедет дальше, еще покатается, порадует своего хозяина.